Ассаламу алейкум, всем привет. У нас сегодня будет такая необычная распаковка. Как видите, будет распаковка, уже распакована посылок с сайта AliExpress. Это из-за того, что у меня видео не сохранилось, походу, из-за малого объема памяти, да. Вроде бы я для вас снял полноценное видео распаковку, да. Это 30 минут видео было. Это было в программе Open Camera. Вроде бы с вами попрощался, нажал на красную кнопку. Но у меня красная кнопка не нажималась, вроде бы там... Немножко памяти оставалось, но почему-то не нажималась кнопка. И меня выкинуло с программы. Потом я обратно зашел в программу, не было видео. Подумал, может, я немножко освобожу память, посмотрю. Освободил память, но все равно видео не появилось по ходу. Видео не сохранилось. Вот это уже можно сказать, у меня второй случай уже на этих днях. Да, там неделю назад или две недели назад. Вроде бы такая ситуация была. И вам придется просто вам показать распакованные посылки, да, товары, можно сказать, интересные, годные. У меня на распаковке была вот такая маленькая посылка с Озон, такая черная. Вот такая посылка с AliExpress, матрешка, где-то было 6 посылок. И вот такая большая посылка, где были вот два таких одинаковых товара, закутанных отдельно, да. И один скотч сделан, короче, да, такая большая посылка была. И думаю, время потратим еще меньше, я покручу сразу распакованные посылки. Кстати, начинается эта распаковка, у меня будет новая локация. Из-за того, что мы с родителями поменялись домами, да. Мы жили в маленьком доме, а не побольше доме, да. Мы поменялись, короче, да. И да, мы сразу здесь делали ремонт, можно сказать. Поэтому здесь, можно сказать, мало мебели. Я снимаю на полу. Но, иншаллах, скоро будет новый у меня стол такой, да. Компьютерный и такой большой стол для распаковки. Вместе мы заказали. Их уже делают, скоро будет новый стол. А старый стол, который у меня был, да, который я делал распаковки, это у меня здесь, прямо рядом, но там у меня компьютер, поэтому места нету, приходится на полу. Вот такие вот дела. Так что у меня сейчас большая отдельная комната, так что свобода будет снимать распаковки, вам показывать. Давайте уберем сперва большие, как я начал, так и ту распаковку, так и я эту товар тоже буду вам показывать. Это была посылка вот с Озон, да, такая маленькая посылка, но посылка была дорогая, это 908 рублей, это у меня вышло, да, здесь цену напишу я. Эта посылка у меня была, вот была вот такая коробка, написано Stylus Pen, многие поняли, что это, да, это Stylus ручка. Это Stylus ручка, откроем, посмотрим. В коробке у меня было, вот провод был, кстати, вот такие сменные кончики на сайте, да, походу, наверное, стираются, да, и приходит неугодность, и можно их поменять. Вот такая инструкция была еще, да, и русский, английский язык тоже есть там, и вот такая подставка пластмассовая. Была вот такая ручка, это ручка необычная, да, такая заряжающая, да, с USB-C, провод был USB-C, да, Type-C, тут у нас USB-C этот разъем с заглушкой, так закрываем, здесь никакой кнопки нету, просто уже когда у вас ручка заряженная, вот так она уже может работать без всякой кнопки, да, просто начинайте сразу рисовать там. Потом это заказал мой двоюродный брат своим дочерям. Они любят рисовать на планшетах, да, на телефонах. Вот помните, у меня был такой iPad с Авито, который я заказал, да. Этот iPad как бы второй экран использовал, но после того, как я заказал второй экран от фирмы Arzopa, вы тоже видели, да, я продал планшет, и именно для этого iPad нужен этот стилус. То есть ручка, нужна ручка. Такая ручка. Обычный кончик, ничего там обычного. Это кончик вот так выкручивается и обратно вставляется. То есть можно менять, как я вам показывал, да. Такая ручка. Я вроде бы посмотрел, да, на своем телефоне, да. Да, нормально рисуется, удобно, можно сказать. Так что обычные такие дешевые бывают, такие с резиновым кончиком, да. И с ним трудно рисовать. А то вот только пластмассовый такой кончик, но... Телефон чувствует из-за того, что, да, в нем заряд, да, такой, можно сказать, он электрический, из-за этого чувствует телефон и рисуется очень хорошо. Я потом покажу вам, наверное, да,
Вот такая стилус-ручка, дешевая. Мы заказали именно с Озон, там вроде бы на Озоне нашли мы такие ручки, да, и заказали самый дешевый вариант, 900, это 8 рублей. Цена здесь, если я не показал, еще раз будет. Вот так наш стилус-ручка заряжается, когда ставим на зарядку, горит красный диод. Видите, красный диод тут. Так наша ручка заряжается. Выбираем ручку. Потом я распаковал эту посылку-матрешку. Там было, можно сказать, 6 посылок. Я вам этот товар отдельно покажу. Ну, наверное, начнем так. Рандомно, да? Тогда давайте начнем рандомно. Вроде бы я первый показал, если не ошибаюсь. У меня был вот такой USB-хаб. Вот такой маленький USB-хаб распаковал я, да? Такой хаб, да? Здесь передача 3.0 есть, да? Быстрая передача. То есть с одного USB делаем 3 USB. Или в компьютере, или в телевизоре, или в другие устройства. То есть если у вас мало USB, да, засовываем, у вас 3 USB. Одно USB типа быстрая передача, если у вас компьютер, например, что-то передает, да, на компьютер или с компьютера. И два обычных 2.0. Очень хорошая штука, сделан хорошо. Это дальше штука, эти USB крутится, походу. Или вот так вам засовывать, как вам будет удобно. Наверное, вот так, да, из-за этого крутится, что очень хорошо. Если только с одной стороны было бы, там может неудобно было куда-то засовывать, а здесь можно с любой стороны крутить USB и засовывать ваш девайс. Здесь, наверное, будет этот гретиот, когда вы покачаете сильно, наверное, будет, да. Так что делано хорошо, рублей 200-300 стоило. Сколько я отдал, лично я отдал, здесь я напишу. А сейчас сколько стоит, наверное, это будет зависеть от времени, от курсов, валют и так далее и тому подобное. Так что слишком не хейте, я всегда пишу цены, которые я отдал. А цены могут меняться из-за того, что я немного видосов, я и видос закидываю спустя долгое время. Вот такой хаб, классный, можно сказать, товар. У меня хотя много USB хабов, но всегда на компьютере не хватает хабу. Я вроде бы до компьютера, но может на телевизор куда-нибудь другое место за штуку приспособлю, будет три сразу хаба вместо одной. Как видите, три, то есть USB будет вместо одной. Вот такой хаб. Глянем. Потом я распаковал вроде бы, да. Вот такие у меня были одной посылки, вот такие очки, две штуки, да. Это женские очки, черный цвет и вот такой белый цвет. Попросили заказать, да, родственница попросила. На картинке вроде бы эти были окантовки, эти края были тонкие очень, а здесь видите, края очень толстые, видите, бортик, видите, очень толстый. Там на рисунке были очень тонкие. Вот такие очки для девочек, вроде бы там показывались девочки, да, на рисунках, вот, типа для женщин такие. Очки не знаю для чего, не похожи, типа как для компьютера, специальные очки бывают, да, с таким синим оттенком. Ну, вроде бы, чтобы так. Вроде бы, не для зрения, просто такие очки. Да, обычные прозрачные очки, как я говорил, на компьютер, да, похож. Цена за эти две штуки тоже будет. Они очень дешевые очки были, недорогие. Так что цена за одну штуку. Сколько я отдал за две штуки, здесь наверху будет. Вот такие очки убираем. Потом был вот такой чехол, да. Здесь был поролончик, как обычно в пакете, да. Вот такой чехол, только бумажка. Не знаю, чехол для какого телефона. Вроде бы я заказывал для iPhone 6s, там, для Samsung и для одного телефона. Здесь пока типа iPhone. Или они ошиблись, не знаю, вроде дырка почему-то, как бывает для сканера, не знаю для чего. Может, и для какого-то другого телефона я заказывал, я точно не помню. Вот такой классный чехол, если что, я модель здесь напишу, что за модель я купил, да, и цена. Такой чехол, он классный, такой, можно сказать, не тонкий, такой довольно прочный силикон, да. Борта тоже здесь как бы защищенно, здесь типа нету этих выступов, да, просто типа так сделано, как бы защищенные. Не знаю, будет нормально. Здесь для карточки есть место, что очень хорошо.
Вот такой чехол. Потом я открыл очередной чехол. Это чехол именно для Samsung какого-то, или A50, или A51, ну, вроде бы A50, если не ошибаюсь. Точно не помню, может, и A51. Здесь точно модель будет написана. Модели и фирма какая, да? Вроде бы Samsung A51 здесь будет написано. Цена это тоже будет. Здесь есть так, вот такое кольцо. Это кольцо не крутится. Я вроде посмотрел, не крутится почему-то. А, да, крутится. А, смотрите, это крутится. С такими щелчками крутится, видите, что очень хорошо крутится. Такое, типа, на палец, так, когда вы пользуетесь, например, вот так, чтобы телефон не упал. И как бы у вас получается, типа, такая подставка, ложите телефон, смотрите какой-то видос, да, чтобы телефон как бы стоял у вас, можно сказать, что очень хорошо. Тоже попросили заказать. Это чехол, именно я помню, попросили заказать. Такой, здесь крышка, я сам сюда сделал, она была, можно сказать, отдельно. То есть упала у меня с посылки, да, потом я обратно поставил, вроде правильно поставил, но почему-то у меня точно туго идет. Вот такая крышка, чтобы защищать камеру, да. Вот такой резиновый, можно сказать, такой чехол. И потом очередной чехол был, это чехол. Я не помню от какого телефона, так у меня был такой телефон дешевый, старый, да. Я вот купил одного человека по дешевке, он, можно сказать, ему нужны были деньги, он мне продал, да. Я этот телефон немножко попользовал, потом отдал племяннику. После этого племяннику мать подарила другой телефон, и племянник своей сестре отдал телефон. Вроде бы у сестры телефон сейчас должен быть. Того, что там вроде бы был бронь, да, но экран был, где уже броня защищает экран, там внизу удар был и трещины были там на экран тоже, но экран был целый, чтобы дальше не разбился экран, я ему попросил, то есть я ему обещал заказать, но сейчас, если у племянницы телефон рабочий, то ей будет, если что, я напишу здесь, какая модель, какой телефон, это думаю, подобно, и цена здесь тоже будет. Вот, и я покажу телефон, я точно не обещаю, вот такой чехол. И был еще, вроде бы я все товары, 5 товаров показал, да. И 6-й товар в этой посылке был вот такой интересный товар. Это типа такой товар для фокусов, да, чтобы показать фокусы, чтобы удивить своих друзей, близких, да. Это вот такая штука, да, здесь внутри вроде бы вот такая целая палка. Вы показываете, типа у вас, смотрите, вот штука, вы показываете, что у вас здесь палочка целая. Засовываете обратно и делаете вот так. Короче, походу дети поигрались и эту штуку, ну, не сломали, но вроде бы что-то с этим штуком сделали. Типа у вас должно было быть здесь внутри целое, типа вы поставляете, вы делаете вот так, у вас здесь и здесь, здесь половина, видите, здесь внутри уже пока с половинки. Типа получается, что вы типа разделили на палочку на 3 штуки. По штуку работал просто, после этого дети поигрались, после той распаковки начальной, куда у меня не получилось. Может, если что, я, может, отдельно покажу, если я найду третий кусок, еще вот это, вот бы они уронили, или если не здесь внутри. То есть вот такая интересная штука, эта штука была рабочая, просто дети просто неаккуратно пользовались, и им было интересно, да, и сломали, можно сказать, но пока что сломали вот такой товар, ну это, кто знает, тот знает, вот такой товар для, можно сказать, для фокусов. И у нас закончился, можно сказать, закончилась вторая посылка, где было 6 посылок, и последние посылки у меня были... Вот такие товары. Я их еле-еле распаковал, да. Пакет был плотно упакован, да. Сперва надо было разделить, потом по отдельности их открывать. Вот в таком ящике написано Smart Trash Barrel, да, видите. Кто понял, то понял. В этих ящиках мусорные ведра. 2
таких мусорных ведер, но эти ведра чуть различаются. То есть в одном ведре батарейки вставляются, в втором ведре встроенный аккумулятор, да, заряжаете и все. Но и цвета разные. Люди жаловались вам в отзывах, что товар проходит всегда во многом из-за ненадежности упаковки, да, которую они упаковали. Сломанный, да. Я боялся, что будет сломано, но альхамдулилла, все хорошо. Товар был целым. Здесь у меня в этом ведре я распаковал первым, да, в этом ведре эта штука была отдельно. Я думал, что за бред. Вроде бы, да, я думал, сразу батарейку, потом смотрю, сюда вытаскиваю вот эту штуку отдельную. Видно, что здесь USB, да, заряжается, это для зарядки с встроенным аккумулятором, да. Я думал, почему у меня, вроде бы, они были по отдельности, да, можно было заказать с USB, можно было заказать с аккумулятором. Эти ведра, оба ведра стоили где-то... Одно ведро около 1300 рублей, второе ведро около 1200 рублей, ну, с доставками было там. А до этого мы уже, наверное, видели, было такое ведро, да, тоже такое автоматическое ведро. Я это ведро тот раз заказал дешево, да, но сейчас это ведро стоило дорого, поэтому я это не заказал. Это ведро у меня давно уже служит, классное ведро, да. Только один раз поменяли там батарейки, это ведро было с батарейками, один раз поменяли батарейки, там, это... Полгода батарейка там держится, все отлично. Но это ведро уже стоило тогда 1500 рублей, поэтому решил вот эти заказать. Эти были дешевле и объем был еще больше. То ведро было 12 литров, а эти по 16 литров. То есть ведро больше и стоило дешево. И я решил заказать. Была распродажа, решил заказать оба ведра вместе, чтобы была там доставка. То есть там была скидка, да, и доставка поменьше, и скидка там была от 2000, там была на распродаже, да, там 200 чем-то рублей скидка, да. И решил вот так заказать. И в итоге у меня оба товара, вышли, это один 800 чем-то, другой 900 чем-то. То есть, естественно, напишу, который я отдал, да, со всеми скидками. Хотя одно ведро 1200 с доставкой, другое 1300. Это я заказал эти все. Эти ведра вместе, то доставка была еще, хотя по отдельности у меня были бы где-то по 80 рублей, да, доставка. А когда я заказал вместе, то где-то 150-140, еще меньше была доставка, и была скидка. И я решил вот так заказать, и мне вышло, можно сказать, это 800-900 рублей где-то. Ну, сейчас оно точно будет, так что очень дешево у меня получилось. Хотя стоили ведра 1200-1300. Вот так они стоили. Вот. Так что я все проверил. Вот ведра целые, да. Все отлично. То есть. Здесь кнопка есть, да. Походу кнопка включения, выключения. И кнопка закрыть и открыть крышку. Open, close, видите. То есть. А в том ведре было только две кнопки. Открыть крышку, закрыть крышку. Но включения вроде бы не было. Или была, я точно помню. Может и была. Две кнопки точно были. А тут одна кнопка закрывает, открывает. И одна кнопка вручную. Одна кнопка включает. Хотя нам кнопки не нужны. Просто мы подносим руку. А ведро открывается автоматически. Из-за того, что это такие автоматические, можно сказать, смарт-ведра. Мусорные ведра. Вот такие классные ведра. Фирма называется, наверное, Houseware. Так что ведра, думаю, будут классными, работа будет хорошо. То ведро называлось, я не помню, на Д, какой-то на фирма была, Дарина, я точно не помню, здесь будет написано, как это ведро называлось. Это ведро работает отлично, думаю, это тоже будет работать. Главное, я боялся, что по отзывам, там я боялся, что будет ведра, могут прийти сломанных, да, хотя я тоже не живу, живу не близко от Москвы, там, я живу в Чеченской Республике, но, иншаллах, вот я все проверил, крышки у многих-то здесь, крышка здесь была сломана, и невозможно было ставить батарейку, не, да, не работала крышка, да, и они жаловались, что они открывали спор, и не возврат,
делали только частично, а не за весь товар. То есть немножко они вернули, а за заказ вернули деньги, а не полное, короче. Вот такие вот дела. Так что здесь вроде бы 4 батарейки вставляются. Кстати, я показал это. И это, кстати, потом догадался, не знаю, что да как, оказывается, эта штука вставляется сюда. Походу тут и батарейки можно ставить, и на зарядке. Вот. И еще мне интересно, эта штука будет работать, да, когда, например, сюда вот я поставлю батарейки, потом здесь заряжу. Вот это, тут аккумулятор у меня будет садиться, да, будет работать на батарейках отдельно или нет. Вот это мне интересно. Вот так вставляю на место, у вас типа, уже можно сказать, на аккумуляторе. Может, и тут, наверное, можно будет поставить эту штуку. Но почему-то там отдельно можно заказать батарейками и без, и с аккумулятором. Там разница, немножко разница есть, да, в цене. Не знаю, почему тогда эта штука отдельно бывает для зарядки. А здесь не встроены, почему-то, не знаю. Вот такие классные вот такие ведра. Я думаю, работать будет отлично. Если что, я вам покажу потом. Заряжу, там поставлю батарейки, да, там потом покажу, как это ведра будут работать. Вот такие вот дела. Итак, вот наши ведра. Вот, есть подсветка. Здесь тоже подсветка. Почему-то подсветка работает слабо. Не знаю из-за чего. Одно время мне эта серая крышка барахлила, буксовала крышка. Сейчас вроде бы работает нормально, а подсветка почему-то слабо работает. Как по мне, когда эта крышка буксовала, я сейчас хотел вам показать, про немножко рассказать, но это была причина того, что когда я сюда переезжал, она там, можно сказать, были все вещи мои с того дома, перенесенные в ящиках, там, пакетах. И одно время там рядом стоял ведро, и я один день слышу какой-то шум, да, так, что-то буксует, типа, и вижу, смотрю, короче, у меня крышка буксует, что-то на него упало, какой-то пакет или ящик, вроде бы, да, не помню уже. Из-за этого датчик работал, автоматически открывался немножко, закрывался. И после этого эта крышка стала барахлить, я даже его разбирал, смотрел, вроде ничего не было, но никак не мог его починить. Сейчас почему-то крышка работает, смотрите, но подсветка очень слабо. Можно сказать, ведра классные, мне нравится. Это ведро у меня под компьютером, это ведро у жены, швейное. Вот такие вот. Кстати, насчет еще зарядной этой станции, да, я вот сейчас только посмотрел, узнал, что зарядную станцию можно поставить только саму эту штуку, да, батарейка, так как там две пружинки надо, где батарейка вставляется в контакт, да, эта штука поставит, из-за этого батарейки нельзя туда поставить, то есть батарейки отдельно и эту штуку отдельно, одно из двух, короче, вот такие вот дела. Вот такие ведра, я купил их за 900 и 800 рублей, плюс-минус доставка была, короче, как по мне, я урвал хорошо, но сейчас тоже вроде бы не так они дорого стоят. После покупки, когда я купил, они стали очень дорогими, сейчас они примерно стоят как раньше, 1300 рублей. Там вроде бы даже доставка сейчас бесплатная, раньше платная была. Вот такие вот дела. И еще забыл показать, кроме датчика есть еще одна кнопка отдельная, механическая. Можно открыть, можно закрыть, вот такие вот дела, или можно просто понеси руку или ногу, она откроется, пусть так какое-то время сама закроется. Так, я время тратить не буду, что там, да, ковыряться, смотреть, как штуки работают, с того, что может наш опять память подвести. На этом, думаю, мы завершим нашу распаковку, хотя была, можно сказать, вторая попытка. Невозможно было показать вам посылку для товара, но я из-за того, что посылки и товары были интересные, я хотел вам опять снять видео и показать, что я получил такие товары, да.
У меня было там на сколько где-то 3 посылки, в итоге у меня где-то 9 посылок, а товаров вроде бы 10. Такие интересные товары, годные, негодные, может кому-то что-то не понравится. А кому все эти товары понравятся, ставим лайки, подписывайтесь на мой канал, заказали еще, подписывайтесь на мой телеграм-канал, который будет в описании под каждым видео. Всем удачи, всем пока.